Предлагаю рецепт приготовления курицы с кабачками, картофелем и другими овощами в духовке. Блюдо простое, вкусное и полезное. С рецептом справится даже неопытный кулинар. Курицу, запеченную с овощами в духовке, приготовить очень просто. В качестве овощей я использую молодые кабачки и картофель. Курицу смазываю сметаной, получается очень нежно. Пробуйте. Кабачки помойте и нарежьте. Молодые кабачки можно не чистить. Морковь очистите, помойте и нарежьте. Добавьте к кабачкам. Репчатый лук очистите, помойте и нарежьте. Выложите в миску к моркови и кабачкам. Картофель очистите, помойте и нарежьте кубиками, но не очень мелко. Выложите в миску. Овощи посолите и перемешайте. Выложите в форму для запекания. Любые мясистые части курицы помойте и посолите. Смажьте курицу сметаной. Выложите курицу в сметане на овощи. Накройте фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов. Выложите курицу в сметане на овощи. Накройте фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов. Курица, запеченная в духовке с кабачками и картофелем, готова. Подавайте на обед или ужин.